7 сентября на территории храма в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радости в рамках реализации социального проекта «Гражданин страны Росатом» прошла акция по закладке аллеи Туй, посвященная 25-летию концерна «Росэнергоатом». Это мероприятие является одной из ярких примеров инициатив наших граждан, непосредственно одной из наших общественных организаций – Совет ветеранов Смоленской атомной станции. Совет ветеранов вместе с благочинием нашим Десногорским обратились в администрацию с инициативой посадки аллеи, аллеи ветеранов на территории храма. Мы с пониманием отнеслись к данному мероприятию, поддержали инициативу, оказали помощь в технике, в доставке саженцев, в подготовке ям непосредственно для саженцев. И сегодня, как вы видите, эти саженцы благополучно высаживаются. И я думаю, что буквально через 2-3 года у нас здесь будет очень красивая, яркая аллея на территории нашего не менее красивого храма. В акции приняли участие более 160 династий Смоленской АЭС. Они целыми семьями пришли посадить свое дерево. Я думаю, что это все-таки значимо для того, чтобы вот пришли все друг друга, встретили, посмотрели. И вот эти деревья потом придем с внуками, что вот это дерево нашей семьи, они будут смотреть. Это как бы продолжение нашей династии, это дерево будет. Всю жизнь на станции. Ну не знаю, поскольку я вырос здесь. Отец, мать работали на станции. Мне это было интересно, разумеется. От этого, собственно, и выбор, он был очевиден. Родители, от них же все. Они начало наше, а мы продолжение, ну и традиционно, вместе здесь все, как-то так. Это дерево семьи Шлыковых. Привет, семья Шлыковых! Ура! Место закладки аллеи было выбрано не случайно. Я сердечно благодарю Совет ветеранов Смоленской атомной электростанции за эту прекрасную инициативу. Именно здесь, на территории храма, посадить вот эту прекрасную аллею в знаменование вот этой вот замечательной даты. И они будут приходить не только к этим деревьям. Я надеюсь и верю в то, что и дети, и внуки, и все участники этих династий семейных, которые сегодня сажали эти деревья, они в храме Божьем будут молиться. Приходить сюда, чтобы Бога поблагодарить за прожитые годы жизни и попросить помощи устроить жизненный путь своих потомков. Инициативу проведения этой акции поддержали все ветераны Смоленской атомной электростанции. Молодцы, придумали, вообще здорово, конечно. Я не ожидал даже такого, что кто-то выдвинул идею такую. Очень хорошо сделали. Со временем эта аллея будет украшать территорию храма и радовать всех десногорцев.